Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я вновь рада встрече с вами. Сегодня кулинарный влог, и я готовлю простой ужин. И для приготовления блюда мне понадобятся следующие продукты. Картофель 3-4 штуки, лук репчатый 2-3 штуки, куриная грудка 300 грамм, помидоры 2-3 штуки, масло оливковое 3-4 столовые ложки, сыр твердых сортов 150 грамм, соль, перец, зелень по вкусу и молоко 2-3 столовые ложки.